Глубоко уважаемые коллеги, совместно с Первым медицинским каналом МедТВ, который вам наверняка хорошо известен, Российское общество терапевтов выступило с инициативой проводить в течение 2022 года образовательный терапевтический кластер под названием «Клинические рекомендации повседневной практики терапевта». Два момента имеют принципиальное значение. Первый. С 1 января 2022 года Министерство здравоохранения обязало, подчеркиваю, обязало врачей использовать современные клинические рекомендации, утвержденные соответствующим комитетом Министерства здравоохранения. И качество оценки ведения пациента будет обязательно соотноситься к выполнению клинических рекомендаций. Вы можете сказать, что это рекомендации, и будете правы. Но, однако, после того, как Министерство здравоохранения приняло такое решение об обязательном использовании, клинических рекомендаций много, их уже более 200, и они имеют большой объем. От 60 до 160 страниц. Практическому врачу с учетом дефицита времени очень трудно сориентироваться в этом объеме информации. Мы решили провести этот кластер образовательных программ строго по клиническим рекомендациям для того, чтобы врач мог в короткий отрезок времени, 45 минут будет лекции читаться, он мог сориентироваться, что-то записать. Я искренне выражаю надежду на то, что этот проект привлечет внимание и будет полезным для практических врачей.